Ну что, друзья, всем привет, с вами как Снорубзи! Сегодня новый день, новая серия и новый скин в магазине! Но не просто скин, а скин на легендарного бравлера, ребята! Это же Один Корделиус! Вы посмотрите на этого красавчика! Какой же он офигенный! Плюс у нас значок! Плюс у нас иконка игрока, и вы видели вообще, насколько офигеннейший этот скин, ребята. У него даже есть свой питомец, то есть вы играете за Корделиуса. И вместе с ним летает ворон. Но если вы знаете мифологию, то у Одина реально есть вороны. Блин, он реально офигенный. Посмотрите на эту красоту. Он просто какой-то безумный с анимацией, со всеми фишками. Короче... Сегодня я просто обязан купить себе этот скинчик, ребята, стоит он 149 гемасиков. Также посмотрите, у нас есть особая акция. За 299 гемов целых 6600 очков силы, это на 300% больше. Ну а, ребята, вы знаете, где брать гемасики, чтобы все вот это покупать? Донаты в Бравл Старсе не работают. Специально для вас я создал свой личный сервис Робзи Шоп по ссылочке в описании, где вы можете покупать гемы, бравл-пассы, акции. Все быстро, выгодно и надежно. Нажимаете «Купить», каталог, выбираете Бравл Старс, выбираете нужное количество гемов, скин или акцию, или бравл-пасс, вводите данные, оплачиваете, и вам все это донатят на аккаунт. Тысячи моих подписчиков каждый день там покупают. И да, вы можете просто купить себе Бравл Пасс и просто в Бравл Пассике собрать себе гемы, если у вас не хватает. Но если у вас вдруг нет Бравл Пасса, вы тоже знаете, где его купить. Кстати, если вы хотите бесплатно Бравл Пасс, я тоже могу это вам устроить. У меня в телеграм-канале проходит конкурс на 5 бесплатных Бравл Пассов. Ребята, поспешите принять участие. Поставьте лайки, подписывайтесь. Подписывайтесь на телегу и нажимайте кнопочку «Участвовать». Все, ребята, больше ничего не требуется. Короче, меньше слов, больше дела. Я залетаю и покупаю себе вот этот офигенный скин. Посмотрите на этого красавчика. Северная сага. Ну-ка посмотрим. Вот она, иконка игрока. И, блин, какой он офигенный. Слушайте, подарочек я тоже просто обязан забрать. Мне нужно. Мне нужны подарочки. Ну, все любят подарочки. Я люблю подарочки. Квестики у нас сегодня обновились. Я хочу хотя бы одну каточку сыграть за Корделиуса. Как вы понимаете, это же у нас легендарный. Легендарный бравлер. Вот он, с гиперзарядом. Ну, теперь мне это не... У меня есть вот он. Вот он, ребята, настоящий, ребята, Один! И где можно сыграть? Побег с трофеями, новое событие, кристаллы. О-о-о, сегодня еще... Ребят, нокаут, наверное, нехорошая карта. Горячая зона тоже. Хотя, слушайте, горячая зона, в принципе, под одиночное столкновение. А давайте, ребята, мы с вами сделаем побег с трофеями и просто, ну, всадим трофеи, как говорится. Почему бы и нет? Почему бы одну каточку не сыграть в этом режиме, который... Кстати, напишите в комментарии, вам нравится вообще этот режим или не очень? Кстати, сегодня мы зайдем еще на аккаунт Путь Стар, потому что там тоже что-то появилось новенькое. Нужно обязательно это затестить. Так, ой-ой. Смотри, еще один Один Корделиус! По-любому мой подписчик. По-любому мои подписчики покупают себе Один Корделиуса, ребят. И он пошел уже сражаться с ботами. Так, и с кем здесь сражаются? Ага, здесь у нас есть Шелли. Здесь у нас есть Шелли. И так, так. Отходим. Отходим. Аккуратненько. Меня уже пытаются убить. И... Так. Хорошо. Хорошо добили. У меня есть чуть-чуть кубков. Меня сейчас могут прибить. Меня сейчас могут легко прибить, если я зайду в кусты. Тихонечко, тихонечко, давай. Это мне нужно. Это мне нужно, я ухожу. Так, если что, на всякий случай. На всякий случай я включу гаджет, чтобы меня сразу не грохнули. Тихонечко, 7 бойцов еще остается. По-любому многие из них бегают по кругу и ищут свою жертву, ребята. Я просто ненавижу этот режим, и я не хочу сливать кубки. А особенно за Одина Корделиуса. Так. Хорошо. Ой-о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 й. Тихо. Хилимся, живем. Кто-то пытается сбежать. У меня 8 кубков. Так, подожди, пауки пошли вон. Так, я на всякий случай прожму гаджет. Так, кто-то уходит в телепорт. Остается 3 бойца. И что мы будем делать? Ищем дальше жертву или как? Давай посмотрим, кто там ходит. Кто ходит? Я зашел сюда.
Так, здесь Джанет с семью кубками. И она уходит. Опа. Смотри. Здравствуйте, Мелоди. А, два бойца остается. Опа. До свидания. Хорош, ребята. Еще и топ-1, ребята. Плюс 11 кубов. Еще и серия. Вот это я понимаю, имба, ребята. Не, ну, Корделиус, вы сами знаете, легендарный бравлер. По кайфу, ребята, еще первое место за... Ну, слушай, хорош, хорош, хорош. Но, ребята, я хочу сейчас зайти на ваш любимый... На ваш любимый аккаунт Путь Стар. Я сегодня еще не заходил. Посмотрим, что у нас здесь будет. Какие подарочки. Магазинчик, ребята, у нас тоже с подарками. Бой с боссом, побег с трофеями. До начала события 3 дня 22 часа. Кстати, подожди. Мега-копилка через... Ой-ой-ой, ребята, мега-копилка через 3 дня. Но мы просто обязаны с вами сходить. Так, смотри, у нас еще и Корделиус продается со скидочкой. Если вам нужен Корделиус, покупайте гемасики у меня в магазине. И кайфуете от этого Корделиуса. Подожди. Подарок дня. Монетки. Погодите-ка. Скины. Все это с акциями, естественно. Мне предлагают купить за 239 гемастиков 1900 кредитов. Мне бы было, конечно, хорошо получить сюда 50-го бравлера, сразу легендарочку, но... Ребят, я пока что, ребята, не делаю этого. Почему? Смотрите. Мне сегодня можно собрать гемы на аккаунте Путь Стар. Это нам нужно обязательно делать, потому что я еще не собирал. Как помните, я здесь не собираю призы Стар, я их оставляю. Мы когда полностью пройдем Бравл Пасс, вы помните, что я не покупаю его сразу. Мы сейчас с вами собираем, ребята, кредиты. Посмотрите, сколько мы с вами сможем сейчас кредитов собрать. Вот здесь еще 100, вот здесь еще 100. Две, ребята, 500 кредитов мы можем здесь получить эпика. Но какой интерес в эпике? Мы заберем с вами сейчас себе 1000 кредитов. Подожди, а давайте не будем забирать себе 1000 кредитов. Мы с вами... Когда у нас останется ровно 1000, а нам остается... Капец, смотри, как мало! Мне нужно буквально там 200... 225 кредитов? И все? 225 кредитов мне нужно, получается, собрать, чтобы я смог себе получить легендарного... Ребята, срочно нужно куда дойти? А, до 32 уровня. Итак, погнали, смотри, что у нас по квестикам. Выиграй бой... Ой-ой-ой, сколько режимов, а еще и бойцы... На ворона 2 квеста, поехали. Где у нас больше всего? 3 квеста в пар. Ну, парная ШД, я терпеть не могу, потому что сейчас такие напарники будут, мама не горю. Но на вороне у меня немного кубков, поэтому я думаю, что победа будет 100% за нами. Хотя, ну да, в принципе, здесь против ботов играть, ну, я не думаю, что это что-то сложное. Хотя, может быть, напарник все заруинит, и мне придется соло против бота играть. А все равно против двух ботов одному уже не так приятно. Так, забираем это. Короче, фармим банк. Фармим баночки. Ворон у меня 9 силы, поэтому должно быть все в порядке. Так, 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 так. Замедление сработали. Как видели, мой напарник уже отлетел. Уходим, уходим, уходим. Так, уходим, 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 уходим. Так, добиваем. Ну, как я и говорил, в принципе, с напарником мне не везет это, естественно. Так, давайте баночку заберем. Пацанов вот этих тоже прикроем. Так, ребят, давайте. Давайте жить дружно. Добей, пожалуйста, боже мой. Я думал, что я проиграю. Я на самом деле думал, что бул меня реально отмудохает, и я проиграю. Нет, это было очень близко, это было очень странно. Естественно, мой напарник нифига не сделал. Зато, посмотрите, у меня 6 квестов сразу. Нет, дружище, я не буду с тобой нажимать кнопку «Играть снова». Я хочу себе легендарный приз. А у нас нет ли квеста наиграть снова? Не. Итак, ребята, посмотрим. 3 квеста сразу есть. И я думаю, что пару квестиков мы здесь сделаем, будет все прекрасно и хорошо. Нажму даже играть снова, потому что он сказал 21-я серия побед. Я не хочу слить себе серию побед. Если не ошибаюсь, на этом аккаунте у меня серия побед около 30. Кстати, ребят, напишите в комментарии, какая у вас серия побед на аккаунтах. Может быть, у кого-то 10 максимально, а может, у кого-то 100 максимально. Есть, ребята, у кого 100? Ну, только честно, пишите правду. Вот давайте сейчас прям все напишите в комментариях, насколько большая у вас серия побед. 22-я серия побед, и нам нужно сейчас срочно бить как-то 30 тысяч урона. Я не знаю, как это произойдет, но я очень сильно буду стараться. 7 тысяч хп. Так, у меня в команде Мелоди. И я думаю, что это победа. Хотя не факт.
Хотя не факт. Мелоди у нас вообще без пассивок, без гаджетов. А ты, тебе нужно в упор подходить, понимаешь, да? Ящик. То есть твоя фишка... Я понял. Я понял. Зачем собирать банки? Правильно. Зачем подходить в упор к ящику? Лучше спрятаться в кустах. Боже. Я понял, что у меня с напарником. Я играю сам. Все. На напарника надежды никакой нету. Он пошел бегать по кустам. Он пошел умирать? Серьезно? Ну, если что, вы увидели, да, какой у меня напарник? Вы видели моего напарника, ребят? Вы серьезно? Вы это видели? Но я думаю, что вы видели только что моего напарника. Я слил серию побед, спасибо. Я на самом деле думаю, что я успею идти. У меня классный напарник. Мне не понравилось. А могу я тебе... А можно ему как-то дизлайк поставить? Мне серию побед слили! Вот это я тебя ненавижу, чувак. Вот это, конечно, ты... боже мой. Ну, я не знаю. У меня просто нет слов. Боже, если у вас такие напарники были, поставьте лайк, ребят. О, если хотя бы один такой напарник попадался. Как? Мне повезло. Ну, это реально, это не постанова. Вы видели, какой мне попался? Он пошел, просто умер в кустах. То есть, боже, в кустах. Туман пошел, сдох. И все. И все. То есть, ладно бы, если он просто постоял в кустах. Да, моя ошибка там, меня просто Биби... Ой, Биби. А, Би один раз выстрелила, меня прибило просто атакой. Давай, замедли немножечко, ребята. С этими разберемся. Давай. А все, хватит бегать. Это уже столкновение. Боже, я... у меня была серия побед, и я ее слил. Ладно, я слил ее по своей ошибке, естественно. Здесь никто не виноват, но с напарником мне точно не повезло. Здесь вы не можете со мной не согласиться. Так, давайте я сделаю небольшой прыжочек. Замедление нажмем. Добьем Мишели, естественно. Все, победа. Ой, боже мой, как я говорю? А это с дизлайком бегает. Сразу три квестика. Мы выходим. Посмотрите, вот. Фристар сверхредкий, не легендарный. Но зато сколько опыта. И 2340. Пам, пам, пам. 28 уровень. Гемасики, идите сюда. 30 бесплатных гемов мне залетает. Обязательно нужно собрать. Блинги тоже. Что еще можно собрать? Нам нужно сколько? Блин, нам нужно еще раз, два, три, четыре уровня до кредитов. 4 уровня до кредитов, либо набить нам 850 кубасиков. Так, я думаю, что это будет через несколько серий. Там сразу бесплатный бравлер. Ранговый бой, нанеси урона, одиночное столкновение. Подожди, где у нас квесты остались? У нас квесты остались в каких режимах? Соло ШД или ранговый, или захват крестов. Соло ШД. Соло ШД, блин, а куда же пойти? Куда же нам пойти? Ранговый бой, одиночное столкновение. А если мы обновим квест, допустим, ранговый, нам попадется на какого-то бравлера. Мы возьмем этого бравлера. А, парное ШД. Блин, у нас было только что парное ШД. Ладно. У нас одиночное столкновение. Итак, победа плюс квестик плюс призы стар. Нелегендарные, что жалко. Но ничего страшного, у нас с вами есть вот здесь 200 монет и здесь 200 монет. Ну ладно, новый рубеж, 9300, короче. Что мы делаем? Ничего, ребят, мы с вами не делаем, мы с вами дальше будем делать квесты. Даже я сегодня сделаю еще квесты, я не заберу то, что я хотел. Мне нужно еще, получается, раз, два. То есть в следующей серии мы по-любому с вами забираем вот эти два приза с кредитами. И нам не хватит буквально 25 кредитов. Может быть, у нас выпадет какой-то джекпотик, мы соберем и получим там нового бравлера. Ну а сегодня прощаемся. Лайк, подписка, колокольчик. Всех люблю. Всем удачи. Пока, давай.